20 января 2020 года в связи с проведением плановых работ будет временно закрыт фуникулер. В ходе проведения этих плановых работ планируется провести тестирование и ремонт электрооборудования, рельсового пути, кабинок, верхней и нижней площадки фуникулера. Все работы планируется провести за счет собственных средств предприятия. Дата окончания работ 31 марта 2020 года. Поэтому в связи с этим будет временные неудобства в связи с закрытием. Скажите, а сколько вы подсчитали, насколько могут обойтись работы хотя бы приблизительно? Ориентировочная стоимость работ порядка 900 тысяч гривен. Последний раз фуникулер закрывался несколько лет тому назад, когда был ремонт Потемкинской лестницы. Ну, фактически такого капитальных ремонтов мы не делаем. Он достаточно у нас работает в штатном режиме, но текущие работы, конечно же, требуются.